Всем привет, покажу вам скирмиш, давно не показывал, но многим это не интересно смотреть. Но все же есть игроки, которые просят скирмиш выкладывать, в личных сообщениях пишут, в ютубе тоже пишут. Поэтому покажу, вот тут скирмиш сыграл с 24-м рангом, с Вилдлоном. Вилдлон там, это Игорь, которым владелец аккаунта играл, то есть он особо не шарит, что как. К примеру, в этом бою он узнал, что, оказывается, бот научился выбивать хамелеон, хотя уже давным-давно было, конечно. Вот. Много ошибок было, таких экономических, так сказать, то есть лишние траты ресурсов были, поэтому можно было намного быстрее все это дело сделать. То есть на 28 минут я играл с, не помню, с 20-м или 21-м рангом, было 25 минут, тоже были ошибки. Вот, то есть, в принципе, я думаю, можно рассчитывать на примерно 18 минут, если играть без бустов со своим рангом, такой тактикой. Ну, тактика простая, на самом деле. Сейчас покажу этот бой. Показывать буду более-менее так быстро, потому что 28 минут скирмиш смотреть совсем будет скучно. А так, люди просят, чтобы тактику получить, чтобы понимать, как играть. Сейчас скирмиш очень выгодно будет играть, потому что там дают награду. Больше там 2-3 раза подняли награду за скирмиш. Плюс сами призовые места тоже теперь выше награда. И теперь есть большой такой смысл играть скирмиш каждый день по 3 боя. То есть там наград как PvP практически. Вот. Здесь этот проход надо стеночками ставить. В принципе, кто смотрит мои видео скирмиш, и так знает, что здесь стеночки надо ставить в начале боя, чтобы забыть про этот проход вообще навсегда, можно сказать. Ставить иногда вышки, если их будут уничтожать ПВшки. И это дело будет полностью законтролировано, можно всю основную армию на холм закинуть. Я решил сделать это за Игоря, не стал ему объяснять, чего, как, пока я эти сообщения напишу, я быстрее сам строю двор кину, поставлю стеночки, покажу, как это делается. Он ставит пушечку, а я ставлю вышечки. То есть, ну, в принципе, я думаю, знаете, кто не знает. То есть, получается, стеночки стоят, они мешают проехать молоту с крепостей. Они тут так, вот злая вышка вот эта хочет меня уничтожить. Надо заехать на холм, вот здесь вот, заехать по этой траектории и уничтожить. Надо ехать вплотную к пригорку, она почему-то не думает. То есть он целенаправленно крепость едет уничтожать вышку, которую я поцарапал. Потом она доехала, но здесь встречают гранатометчики, ягуары, дикобразы. В общем, у крепости-то шансов и не было изначально. Так, ну, 6-я минута, 7-я минута, начинается такая мощная, более-менее, атака. Гранатометчики, ну, как обычное мясо. Еще один такой нюанс. Кто бы здесь, как бы, ну, тактику мы чуть позже разъяснили, как именно играть будем. Я буду играть через мамонта дикобразов, ну, и парочку ягуаров. А он чисто ягуары с хамелеонами, так, проще контролировать. Игроку свои хамелеоны будут. То есть там не будет такого, что у кого-то два хамелеона включены у нас обоих, а потом он был разряжен. У нас, конечно, с Бьюза таких ошибок не было, но все же так попроще будет. Вот, и в начале боя ставьте два завода дикобразов, производите 5-6 дикобразов спокойно на начало раунда, так сказать, на начало боя, точнее. Вам этих 6 дикобразов, они вам в любом случае пригодятся, и этим 6 дикобразом сможете отбиваться от мяса конфедерации, которая будет на вас постоянно напирать. Можно даже вышки не ставить, вот с этой стороны, чтобы отбиваться от этих атак. Сохраните 2 ягуара, которые вам изначально даются. Ставьте 6 дикобразов, и в принципе любую кучку юнитов до 10 минут она уничтожает. Вот. Так, миллиончик уже подкосил нашего напарника. Все, по морю больше пока ничего не предпринимает нас напарник. Там, в принципе, не особо важно. Главное собрать фулл КО, напасть на противника, там можно даже и штаб потерять спокойно. Вот, кстати, тут повезло с атакой, что здесь не викинги были. Викинги, скорее всего, уничтожили торпедную установку. А там были дельты. Мамонт уже просто начинает дико настреливать. Уничтожает все, что движется. Еще на подходе. То есть он Девс. Даже доехать не успеет. Даже не обязательно хамелеон включать. Потому что Девс просто не доезжает. Так, накопил 2000 ресурсов, улучшаю штаб, начинаю производство мамонта последнего. Тоже такую фишку использую, к примеру, ну, почти фулл КО набирается, там ресурсов не хватает на апштабы. Я обычно
оставляю где-то в запасе 10 клошек, коплю на штаб. Штаб пока улучшается, ставлю обратно на заказ мамонты. Вот как раз пока у меня мамонты производятся, они произведутся. И к этому времени только штаб улучшится, и можно сразу запускать дальше производство, чтобы не терять лишнюю минуту-две. Так, здесь вот подогнал мамонты, потому что эти грады... Тоже есть фишка, что град здесь становится, начинают вышки уничтожать. Вышки, когда кончаются, урон наносить некому вот здесь, кто здесь будет стоять. Они начинают стенку пробивать и идти на базу своего союзника. То есть это очень такой опасный момент получается. Следите всегда, чтобы вышки были. Основная угроза для вышек — это грады и циклоны. Они обычно налетают, ставят, уничтожают эти вышки, и начинает основная армия идти сюда. Вот, так что следите за этими вышками. Я думаю, здесь, конечно, можно как-то улучшить это время куда спокойнее, даже не за счет того, что у меня 24 ранг был в напарниках, а за счет тактики можно попробовать на третьем штабе то же самое сделать. Там, не знаю, 5-6 дикобразов, все остальное только мамонты, у напарника только ЕГХ. То есть тогда, в принципе, можно будет пробить. Я думаю. Так, опять грады. Уничтожаем. Так, здесь... 3 торпедные установки поставил. Поставил у нас напарник. Тут он разнесяем, как мы атаковать будем. Он просто вообще не знает, как играть этот скирмиш. Он играет скирмиш хорошо, он сбил здесь золото, брал до этого. Но он игру забросил, сейчас обратно вернулся, играет. Вроде как начал активно играть, тащить. Сейчас только что скидывал, скажем, как там психа убил. Так, здесь интересненький момент, достаточно долгий, давайте X2, значит, у меня даже компьютер не выдерживает такой нагрузки мощной. Вроде как 12 гигабайт оперативки, ну выделил я для Нокса 8 гигабайт оперативки, но все равно чуть-чуть проседает FPS, потому что огромная куча юнитов, противник постоянно напирает, точнее бот, там мясо постоянно отправляет, то есть там у бота, я не знаю, у нас на двоих 240 кого, вот, наверное, 500-600 кого постоянные атаки идут. Там еще юнитов мало того, что клепает, ему постоянно подкрепление отправляет. Вот так мы встали. Так, ну здесь пока рубят. Ну, здесь я вручную выбиваю мамонта града, чтобы они не дали залп. Потому что тут, если 4 мамонта дадут залп по этой куче, то там уже... процентов 20-30 армии теряется, начинают продавливать Зевса, хамелеоны уничтожаются, и все, дальше приходится отступать. Так, здесь у нас стеночка, кстати, так и стоит. Здесь я поставил пару пушечек, чтобы уничтожать молотки, которые все-таки зайдут в базу, и стеночку. А основная атака, ну, как бы здесь юниты атакуют базу противника, поэтому все юниты стягиваются именно сюда. Сюда они не атакуют, сюда не атакуют. Бывает, что они и сюда могут атаку начать, тогда будет печально. Но обычно вроде как получается. Так, мамонт у нас стреляет, юнитов мы теряем. Это у меня уведомление пришло. Наверное, контейнер надо открыть. Вот. Как хамов убили, спрашивает мой союзник. Так, пауза. Так, я снова вернулся. Что-то меня звали, мне показалось или нет. Дальше, короче, выбиваем мамонты града. Градов уже немного осталось, но у нас как бы хамелеон один остался на все войско. У нас идут потери за счет того, что у нас хамелеонов нету. Сейчас грады начинают очень близко подбираться. Очень опасно становится. Они еще с разных сторон стреляют. Ладно, если мамонты в одной кучке стоят. Когда они с двух сторон, мамонты... контролировать сразу два отряда надо. Иногда вот этого одного отряда не хватает, чтобы добить град. Он в итоге сразу делает залп по вашему войску и становится все печально. Вот. Ну, что тут, в принципе. X2 давайте включим обратно. Продвигаемся потихонечку. Главное не спешить, как сейчас я поступил. То, что я попал под 4 града противника. Дикобразами кое-как отлег. Вот этот залп градов, чтобы они не по мамонтам стреляли. Тоже дикобразы быстро смогу установить.
мамонты едут очень долго, и мамонты нам очень нужны. То есть без дикобраза вообще можно здесь справиться, потому что циклоны основную кучу уничтожили. То есть нам 1-2 дикобраза надо, чтобы циклончики уничтожать. Так, здесь, кстати, начали приставать базу торпедной установки. Ничего страшного, на базу нам все равно, мы основную армию пробили, то есть когда вот все, последняя пачка градов выезжает на вас, значит все, скорее всего, это финал противника. Войск не осталось, надо его давить дальше, обязательно надо, чтобы был хамелеон, когда вы начинаете додавливать, что такие вот одиночные зевсы вам уничтожат пару ягуаров-мамонтов, и он все-таки бот сможет отбиться от вашей атаки. Опять наколепает кучу градов, и опять все по новой. Ракетки отстроят, короче, лучше чуть-чуть не поторопиться, постепенно продвигаться, под грады не попадать, тогда будет все классно. Вот. По поводу других боев, сегодня, наверное, других боев не будет. Что-то я лично играл по бои, особо никаких интересных не было. Джентльмен, что там на моем аккаунте играл, тоже вроде как особо ничего интересного нет, но если будет интересно, он сам себе на канале выложит. Вот так вот. Сегодня сыграю PvP турнир, думаю, завтра в наряд, послезавтра, наверное, уже вечером будет видео какое-нибудь с PvP-шкой. Вот. Добиваем базу, не торопясь, раскладываем постоянные ягуары, под хамелеонами сидим, мамонтами штурмуем базу. Мамонты вообще, конечно, имба, 16 дальности оказывается на 22-м ранге доступны, а я и не знал даже. А я играл с Кирмиш на золотую медаль. У меня там 15 дальности было на мамонте. Так вот. Сейчас бы зимнюю карту. Фармили бы с Кирмиш, если бы, конечно, там с ним ничего не сделал плохого. В общем, как-то так. Блин, что мне там разорались родители? Вон. Сестрой. Под конец. Ну ничего страшного, думаю. Ну вот такой вот. Бой, ПВПшка. Нет, это турнир. Нет, это скирмиш. Вот. Сколько раз я сказал вот в этом видео. Ладно, все, всем удачи.